Всем привет! Сейчас вам покажу кучу очень полезных девайсов для дома, которые помогут вам в быту и упростят вам некоторые работы в вашем жилище. И так как сейчас проходит летняя распродажа на AliExpress, вы можете приобрести эти товары за хорошую цену. К тому же за любую покупку вам дают купон в $5, что очень приятно. А кто досмотрит это видео от начала и до конца, сможет поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Приятного просмотра! Противоскользящие уголки для ковров. В вашем доме есть маленькие дети, которые постоянно запинаются об ковры, или вам самим не нравится, что уголки ковров постоянно заворачиваются? Есть решение. Антитравматические ковровые держатели. Это удобные силиконовые треугольники, которые приклеиваются на уголки ковров, благодаря чему крепко сцепляются с напольным покрытием. Специальные липучки надежно фиксируют покрытие на нужном месте. Оно не будет сдвигаться, скользиться и собираться, обеспечивая вам и вашим близким безопасность передвижения. Также заметно облегчится процесс уборки. Половик не будет приподниматься или задираться в то время, когда вы заметаете или пылесосите. Складная подставка для пельменей. Данная подставка специально создана для организации хранения пельменей, булочек и другой выпечки, поскольку обладает складной и модульной конструкцией. В первом случае она компактно складывается для хранения в шкафу, во втором – несколько таких подставок со съемными ножками снизу можно поставить друг на друга, тем самым эффективно использовав пространство морозильного ящика. Приспособление изготовлено из толстого пищевого полипропилена и доступно в нескольких цветовых вариантах. Доступно две модификации подставок – круглой и прямоугольной формы. Модульные контейнеры для мусора. Использование модульного варианта позволяет разделить мусор, но при этом не занимает много места. Дело в том, что каждый из элементов совместим с другим. Таким образом, их можно установить вертикально и назначить каждый из отсеков для сбора твердых, жидких отходов, стекла, пластика и бумаги. Внутри каждого модуля предусмотрен обод для крепления пакета. Таким образом, они защищены от загрязнений и неприятных запахов. Для того, чтобы пользоваться нижними контейнерами, в них предусмотрено удобные отверстия. Корпус модулей выполнен из полипропилена и окрашен в светло-голубой или серый цвет. Комплект швабры и ведра с отжимателем. Насадка швабры имеет круглую форму, а также длинные ворсинки и складную рукоятку, которая в совокупности позволяет проникать ей в труднодоступные места, например, под диван или под кровать. Ведро, в свою очередь, поделено на два отсека. В наиболее объемный из них наливается вода. Сюда же добавляется чистящее средство. В маленьком расположена центрифуга, которая служит для выжимания швабры без помощи рук. Для переноски ведро оборудовано широкой и удобной рукояткой. По центру ручки швабры располагается силиконовый держатель, защищающий руки от соскальзывания. К набору можно докупить необходимое количество сменных насадок. Теневой ночник «Павлин» предназначен в основном для детских комнат. Лампа выполнена в форме головы павлина и доступна в трех цветовых вариантах – розовом, белом и зеленом. Осветительный элемент представляет собой дугу, расположенную на шее. Проходя сквозь отверстие, свет образует красочные узоры в виде павлиньего хвоста. Для крепления ночника к стене или к другой поверхности удобно использовать двухсторонний скотч или комплектную полоску 3М. Осветительный прибор не требует включения в электрическую розетку, поскольку оборудован аккумулятором на 1200 мАч. Этого хватает на 3-4 часа автономной работы. Сэкономить заряд помогает функция автовыключения, которую можно запрограммировать на промежуток в 1-3 часа. Для управления цветом подсветки удобно пользоваться пультом или касаться крыльев. Всего доступно 7 вариантов проекций. Вешалка с подвижными крючками. Поскольку разная одежда обладает разными размерами и занимает разный объем на вешалке, стандартное расположение крючков на одинаковом расстоянии друг от друга не всегда является оптимальным. На этой вешалке все крючки размещены в два параллельных желобах, по которым они могут свободно двигаться влево и вправо. Таким образом, расстояние между ними можно оптимизировать, чтобы для объемной и тяжелой одежды оставалось больше пространства. Основанием для крючков является бамбуковая планка толщиной 1,2 см, которая крепится на стену с помощью пары саморезов. Термостойкая подставка для посуды. Особенностью этого термостойкого коврика является составная структура. На самом деле, здесь сразу три подставки, каждая из которых обладает собственным диаметром. Например, внешняя самая широкая подходит для установки кастрюлей, средняя хороша для тарелок и чайников, а самая маленькая подойдет для кружек. Установка ковриков друг в друга осуществляется с помощью встроенных пазов. Толщина силиконового покрытия составляет 50 мм. Каждый из элементов окрашен в собственный цвет и обладает маркировкой, раскрывающей его значение. Ночник со встроенной беспроводной зарядкой.
Этот ночник является комбинированным устройством, в котором функции прикроватного светильника совмещены с беспроводной зарядкой. Оригинальное дизайнерское решение позволило разместить осветительный элемент в виде подвижной дуги, под которой располагается место для телефона. Таким образом, направлением потока света можно управлять одной рукой. Благодаря встроенной кнопке упору такой ночник можно использовать в качестве подставки. Максимальный ток зарядки составляет 10 Вт. Пополнение заряда осуществляется на расстоянии до 8 мм. В устройстве реализован комплекс защиты от короткого замыкания и перезаряда. Для настройки освещения доступно 3 режима яркости. Для подключения к электросети используется порт USB-C. Надувная подушка-сидушка. Если стандартная сидушка рабочего или автомобильного кресла не отличается достаточной мягкостью, то приходится искать способы повысить уровень комфорта. И в этом случае всегда помогает дополнительная подушка-сидушка. Приспособление изготовлено из ПВХ и обладает модульной структурой, состоящей из сетки надувных элементов в форме квадратов. Наличие круглых отверстий между ними позволяет воздуху свободно циркулировать, что помогает отводить лишнее тепло, делая размещение не только мягким, но и приятным. Также такая подушка помогает снять напряжение со спины и отличается портативностью. Если сдуть из нее воздух, то она может быть очень компактно сложена. Аварийный источник питания. Остаться без электричества – одна из самых распространенных фобий среди тех, кто живет в отдалении от других людей. В такой ситуации полезно иметь при себе топливный генератор или хотя бы этот аварийный источник питания. Внутри этого компактного корпуса размещен очень емкий аккумулятор на 54 тысячи мАч, который подходит для питания устройств, требующих напряжения в 220 вольт. Для их подключения здесь предусмотрено 2 стандартных разъема. Помимо этого здесь есть 4 порта USB, поддерживающих ускоренный режим зарядки гаджета QuickCharge 3.0, а также 2 выхода на 12 вольт. Все они защищены с помощью резиновых заглушек, предотвращающих попадание влаги. Такое устройство пригодится на даче, в кемпинге, а также везде, где может потребоваться электричество без доступа к проводной сети. Умный замок с биометрическим датчиком. Этот вариант смарт-замка выпускается в наиболее востребованном варианте с нажимной рукояткой. Биометрический датчик здесь вмонтирован в основании и окружен светодиодными датчиками, сигнализирующими о срабатывании. Источником питания является литиевая батарея. Для ее подзарядки используется кабель формата microUSB. Всего в память устройства можно внести до 100 пользователей. Сам замок изготовлен из цинкового сплава и отличается хорошей защитой от проникновения жидкости и пыли, которая соответствует уровню IP65. Длина нажимной рукоятки 142 мм. В комплекте предусмотрены винты для крепления. Настенная корзина для хранения. Сами по себе предметы, которые прибиты к стене для украшения интерьера, могут выглядеть странно. Зато если их прикрыть эстетически привлекательной ширмой, они становятся органичным дополнением обстановки. Эти настенные корзины предназначены именно для этой цели. Их дизайн выполнен в виде окружности, которую пересекают многочисленные линии прутья, расположенные по диагонали относительно поверхности пола. Таким образом, содержимое полки за ними хорошо просматривается, однако не выступает на передний план. Повесить такие корзины можно в спальне, гостиной, детской, а также в рабочем кабинете. Большое одеяло с капюшоном. Помимо комнатных обогревателей и одежды с электрическим подогревом, существует еще несколько оригинальных способов согреться холодными зимними днями. Одним из них является это безразмерное одеяло. На деле это не просто одеяло, а свитшот, в который можно завернуться целиком после горячей ванны или душа. Для головы здесь предусмотрен большой капюшон, а для рук вместительные карманы по бокам. На руках есть манжеты. Таким образом, халат дольше охраняет тепло и не дает переохладиться. Если сесть в таком на диван, то окружающим людям будет легко принять вас за ждуна. Многофункциональный держатель бумажных полотенец позволяет экономить место, которое занимают отдельные предметы. Наиболее заметно это проявляется на примере этого универсального держателя 4 в 1. Приспособление работает как удобный диспенсер для бумажных полотенец, полиэтиленовых пакетов, а также фольги. Места для крепления рулонов располагаются друг над другом, а поэтому не мешают даже при регулярном использовании. Наличие встроенных ножей позволяет быстро и безопасно отрезать необходимое количество материала. Пространство сверху можно использовать для хранения специй, поскольку для баночек здесь предусмотрена полка с ограничителем. Маркерная доска на магнитной основе.
Как лучше всего использовать гладкую металлическую поверхность холодильника? Многие украшают ее магнитами из путешествий, и лишь некоторые во всем пытаются найти пользу. Именно для второй категории предназначена эта маркерная доска на магнитной основе. Приспособление отличается гибкостью, то есть может повторять изогнутые контуры стенок. Белая поверхность подходит для рисования и текстовых заметок, которые легко стираются с помощью комплектной губки. Помимо нее в набор включено три маркера – синего, красного и черного цветов, в колпачки которых встроены магниты для крепления к металлу. А вот и конкурс. Приз 300 рублей на счет мобильного телефона либо WebMoney. Условия очень простые. Это быть подписанным на мой канал, поставить лайк, поделиться этим роликом с друзьями в любую из ваших соцсетей, в которую вам удобнее, и написать в комментариях, на какой улице вы живете, название и дом. Все очень просто. Был рад сегодня для вас стараться. Надеюсь, подборка была для вас полезной и интересной. Спасибо вам за просмотр и всем пока-пока, хорошего вам вечера!